Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами второй день полива орхидеи. Я, как обычно, делю все орхидеи, которые на полив, на три группы. Вот эта вот группа у меня цветущая. Здесь у меня, так сказать, доходяшки. Своего рода санаторий для орхидей. Здесь я для каждой орхидеи подбираю свою вкусняшку, с которой они будут поливаться. Сегодня у меня из вкусняшек я им могу предложить вот следующее. Биостимулятор роста. Редифарм удобрение, стимулятор для образования корней. И японское удобрение. Оно у нас пойдет вот на эту орхидею. Олла. Вот она у меня начинает расти, но ей тяжело. Поможем ей вот этим удобрением. Это у меня орхидеи, которые готовятся к цветению. Будем их готовить. Для них вкусняшка вот эта. Будем стремиться закладывать цветоносы. Некоторые вот уже с цветоносами. И вот тоже. Но остальные пока без цветоносов. Хочу вам подробнее рассказать про мои цветущие орхидейки. Благодаря вам, дорогие друзья, я узнала название сорта данной орхидеи. Вот она у меня такая красавица. Все время путалась. Она у меня была в неопознанных объектах. С помощью вас я теперь знаю, как ее зовут. Это Леди Фэнтези. Очень подходит ей это название. Посмотрите, какая красавица. Какая у нее губка красивая. Вот она у меня в полном распуске. Это ее первое домашнее цветение. Вот эту веточку свою распускает каскадом, великолепным каскадом. Вот смотрите, моушен. Эта орхидейка у меня уже старенькая в моей коллекции. Ей 4 года. Обожаю ее. Домашнее имя у этой орхидейки – розовые щечки. Вот меня радует своим цветением нарбоночка. Смотрите, какая шикарная. Какое она мне выдала цветение. Красота. Новенькие цветочки более сочного окраса. Старые посветлее. В полном распуске также и вот этот фаленопсис. Название сорта Сантандер. Сантандер. Ну и в завершение всего мой красавец Алабастер. Красавец, красавец, красавец из красавцев. Обожаю его. Вы посмотрите, какая прелесть. Это его первое домашнее цветение. Вот какую он мне веточку выдал. Шикарная. Вот. Вот он, красавчик. Ну вот, я приступаю к поливу. Вы занимаетесь своими делами. Жизнь продолжается. До новых встреч, дорогие друзья. Всего вам доброго и хорошего. Ваша Лёка.